Марш, Саня! Легким движением женских рук девчонки побеждают мальчишек в перетягивании каната. На спортивном празднике аниматоры-ковбои проводят с ребятами сначала разминку, а потом соревнования в силе и ловкости. Виктория Сгороднева на день спорта пришла в футбольной форме. Уже год каждый день наравне с парнями гоняет мяч по полю. Футбол – вот единственный вид спорта, который выплескивает, можно выплеснуть свою энергию на футбольном поле. Это адреналин. Он играет в крови, как бы сказать, играет адреналин. Юные гости праздника, воспитанники самарских приютов, в спорт погрузились головой. На выступление паркур-команды смотрели с восторгом. Ребята из приюта подросток, где и проходили физкультурные торжества, с зарядкой и подвижными играми не расстаются никогда. По утрам мы там с одной девочкой бегаем. Вот. А остальные дети, тоже спортом занимаются, там в спортзал ходим. На всякие мероприятия участвуем, во всех. Настроение даже сразу поднимается. И как все лучше чувствуешь. Особую радость у ребят вызвали огромные мыльные пузыри и возможность самим оказаться в большом прозрачном облаке. Местный день физкультурника проходит здесь не в первый раз. Организаторы из Самарской федерации грэпплинга говорят, с кого, как не с детей, начинать воспитывать здоровую нацию. Буквально месяц назад мы провели в этом же приюте праздник. Он был посвящен военно-морскому флоту на День Нептуна. Вот решили сейчас перед 1 сентября провести. Но мы взяли за правило каждый месяц в каком-то из приютов проводить какие-то праздники спортивные, чтобы был уклон именно спортивный. Приобщать ребят к физкультуре здесь намерены по-серьезному. Планируется, что вскоре в приюте подросток откроется секция спортивной борьбы грэпплинг. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.